шестом забеге также принимает участие спортсменка из России Малаги Чимина. Также с первой позиции стартует спортсменка из Болгарии Якимова Анна. Со второй позиции спортсменка из Украины Корничук Алена. И с четвертой позиции южнокорейская спортсменка Хуанг Хенсон. Очередной фальстарт. Спортсменка из Украины поднимает руку. Ей сделано предупреждение за фальстарт. Второе предупреждение. Спортсменка из Украины покидает дорожку, покидает каток. Ей сделано два предупреждения. После этого она снимается с дистанции. Ей дается пенальти за нарушение правил старта. Стартовал шестой забег. На первую позицию вырывается спортсменка из России Малаги Чимина. Следом за ней спортсменка из Южной Кореи. С приличным отставанием на третьей позиции находится Якимова Анна из Болгарии. Важно удержать первую или вторую позицию на этой дистанции, поскольку они являются квалификационными. И вот корейская спортсменка принимает попытку атаковать спортсменку из России, и на последнем повороте ей удается опередить россиянку. И она приходит первой к финишу, спортсменка из России, только на второй позиции. Но это позволяет ей пройти следующий круг соревнований и продолжить борьбу на этой дистанции. Вот мы видим повтор старта. Очень хорошо уходит со старта спортсменка из России. Даже небольшой отрыв она создала в самом начале. Вот, как вы видите, спортсменка из Украины получает пенальти за фальстарт.